Полтава. Доброе утро, Полтава. Сегодня у нас немножко меняется формат. Сегодня нас угощает кофе Игорь Ляцкий. Здорово, Игорь. Добрый день. Кстати, сегодня уникальная возможность у меня. Мало того, что имею честь попасть в ваш проект, так еще и День города. Так что есть возможность поздравить всех полтавцев, жителей нашего города, гостей нашего города с этим праздником, пожелать им счастья, здоровья, удачи, благополучия им и их семьям. Ну, и вам, как части Полтавы, тоже этого же желаю. Полтавчане, да, с праздником вас. У нас прекраснейший город. Цените его, любите его, и он обязательно вам отдаст себя такого прекрасного. Не знаю, пожизненно. Несмотря на такую погоду, скажем прямо, не сладкая, туманность, до 16 градусов обещают, еще и угрожали ливнем. Сегодня ливнем? Да, ну не знаю, это один из сайтов такое наврал, но сама суть не в том. Сразу вверх. Первое, погода не помешала прийти 23 сентября, празднику, с праздником всех. Теперь к Игорю. Игорь, чем сегодня занимаетесь? Иду на работу. Иду на работу. Что вы делаете на работе? Журналистика? Журналистика немножко связана с политикой, общественная деятельность. Так что, скажем, все по чуть-чуть. Немного из истории. Как вы пришли в журналистику? Журналистика это было моим хобби уже на протяжении лет 10, наверное. Вообще по образованию учитель биологии по первому образованию, по второму образованию ученый, кандидат наук, сельское хозяйство, генетика. Ну а журналистика стала моим хобби еще лет с 20, наверное. Ученый-журналист, вот. Да, ученый. Через черточку. Генетик. Генетик. У меня... А почему вы сейчас не ученый? Почему вы сейчас... Точнее, вы сейчас ученый, но вы занимаетесь журналистикой. Почему не генетика все-таки? К сожалению, в нашей стране сейчас наука, я бы сказал бы, пребывает не в лучшие времена. А если говорить честно, такое впечатление, что ее просто планомерно уничтожают. И там сейчас могут находиться разве что... Три типа людей. Либо люди, которые просто фанатично в это верят, то, что может еще что-то изменится к лучшему. Либо люди, которые имеют где-то хороший доход на стороне, либо люди, которые научились зарабатывать на науке. Но, к сожалению, в моей сфере это было сделать достаточно сложно. А вы достигали каких-то уровней серьезных от науки? В принципе, защита диссертации – это уже определенный уровень. Это кандидатская, да? Да, кандидатская диссертация. То есть, в принципе, те люди, которые знают, что это, и те люди, которые знают, насколько это сложно, то это как бы уже определенный уровень ученого. Сейчас в каком издании работаешь? Я сейчас везде работаю. Везде по чуть-чуть, да? Везде по чуть-чуть. Да, я бы сказал, не работаю, я скорее просто сотрудничаю на безвозмездной основе, то есть даром. А работа у меня совершенно другая, скажем, связана с предприятием, там, с одним, с промышленностью, работаю сейчас там. Ну, а политика, журналистика, общественная деятельность – это как волонтерская основа, хобби. А еще какое-то хобби есть у тебя? Совершенно не связано там с наукой? Сейчас очень хитрый вопрос. В юности, знаю, были спортсменом. Ну, что это было? Спортсмен, это громко сказано, занимался сам для себя, для здоровья, ходил на карате. Лет 10 занимался карате кёкушинкай. Это как один знакомый мне когда-то говорил, 99 приемов как дорваться и один прием как убежать. Так что, на самом деле очень интересное, сильное направление, единоборство хорошее. Ну, больших результатов каких-либо не достиг, потому что занимался сам для себя. У нас предыдущие гости рассказывали, что у нас очень развивается сейчас вообще единоборство. Там, карате, да, они стали популярными. Ну, я вам скажу так, с моей практики, по моему опыту, ну, в моей молодежной среде, в тот период, когда я рос, скажем, был еще очень-очень молодым, три вида единоборств доминировали в области, ну, в городе у нас. Прежде всего борьба, это как бы самое... Вольная греко-римская, борцы, это как бы большая семья, они особо не делятся. Второе направление бокс, тоже, скажем, да, мощная школа. Популярные, мощные. И что самое интересное, это оба олимпийские виды спорта, которые, в принципе, ну, на протяжении тысячелетий оттачивались. И это именно наша западная культура, то есть непосредственно как бы, ближе к нам было. Ну и третье направление, которое активно входило, это карате. Прежде всего, карате кёкушинкай. Это, начиная где-то, с, ну, в принципе, оно давно уже появилось. Просто изначально это все было там подпольные, качалки там, грубо говоря. А почему перестал заниматься? Перестал по нескольким причинам. Вообще, во-первых, к сожалению, тренера, у которого я занимался, его не стало в живых. Это был очень такой интересный и известный в городе человек, Криптов Александр Валентинович. К сожалению, его не стало в живых. И, в принципе, уже тренера
того, к которому я изначально пришел, не было. Ну, а во-вторых, времени особо уже тоже не было, потому что как раз это совпало со старшими классами школы, уже подготовка к институту. Почему-то. У тебя пояс какой-то есть, или уже там пояс. 10 лет? Мне понравилось, как в одном фильме сказали, пояс нужен, чтобы штаны не спадали. Это прежде всего. Так, правильно. Цвет пояса... Не, правильно, я же говорю, что пояс нужен, чтобы штаны не спадали. А какой цвет имеет? Ты там же кимоно. Не суть важно, да. Нет, я же говорю, особо не аттестовался на несколько поясов. Доброе утро. Доброе утро. Тем более эти все сдачи на тот момент были сопряжены с определенными финансовыми затратами, а поскольку семья у меня достаточно небогатая была, потому, ну, как бы, все это было сложно сделать. Готовить любишь? Готовить, нет, скорее кушать. А что кушать любишь? Да, все, что приготовят, то и кушать. Ты не перебор любишь? А кто готовит? Ну, мама готовит. Ага, а любимое блюдо? Очень много блюд на самом деле. Ну, пицца. Давайте буду таким неоригинальным, пицца. Мамина пицца. Не мамина пицца. Мама пиццу не готовит. Так, хорошо. Мама готовит другие любимые блюда. Где лучшая пицца в Полтаве? Ну, мне нравится на Чапаева. Перекресток Чапаева и Сеной. Ага, понял. Ну, вот, надо будет сходить попробовать. Надо будет, да, пробовать. Это, по-моему, самая старая пиццерия. Самая лучшая. Музыку какую любишь? Самую разную. Сегодня что будешь слушать? С нашей подачи. С вашей подачи? Да, под видео с собой. Да, я понял. Интересный сейчас исполнитель появился в YouTube. Павел Пламенный или как-то так. У него направление, есть такое направление, этнорок называется, если знаете. Это рок такой этнический фольк-мотивы. Вот послушаю сегодня этого исполнителя. Значит, пороемся, поищем. Да, немножечко еще все-таки хотелось бы позадавать вопросов. Задавайте. Политикой, да, вот что у нас сейчас с политикой происходит интересного? Да, кстати, в этой отрасли сейчас какой-то мандраж. Я, честно говоря, интересного... Именно на нашем уровне местном. Интересного с нашей политикой, к сожалению, ничего не происходит. А по Украине? Это уже даже не рутина, а какая-то бытовуха. А по Украине, ну, могу сказать фразу одного умного человека, не помню, честно говоря, кто говорил, что, к сожалению, в нашей стране к власти в основном приходят люди, которым наша страна не особо-то и нужна. Из-за этого, к сожалению, и происходят все те проблемы, которые мы имеем на данный момент, имели раньше и, скорее всего, будем иметь в ближайшее время. Да, Игорь прав. Дело в том, что я, ну, круг общения, слава богу, и изредка встречаю людей, которые финансово независимы, которые могут свободно себе позволить просто уехать из страны, но они остаются здесь с этими финансами, они пытаются что-то делать, но этих людей настолько мало. Да. В основном приходят к власти нищие для того, чтобы срубить капусту. Им наплевать, что будет со страной дальше. Это страшно. Да, к сожалению, наших людей уже до чего довели. Они уже не понимают, что руководители, ну, как говорят на украинском языке, очільники, да, нашей страны, нашего города, области, что они должны, в принципе, выполнять свою работу. Люди уже считают, как бы уже до такого отчаяния довели, что они считают, что, грубо говоря, пусть воруют, но пусть хоть что-то оставляют для нас. Они воруют все. А получается так, те люди, которые приходят, они... Ну, каждый раз, знаете, грубо говоря, как хапнуть перед смертью последнее. И приходят и выдаивают. Наша страна за 25 лет, ну, по сути, мы так конкретно прокашляли нашу независимость, потому что за 25 лет одну из самых богатейших республик Советского Союза, ну, довели до нищеты, когда мы там на уровне каких-то отстающих африканских стран, по сути. В частности, Полтавскую область. Ну, вообще, вот американцы, да, нас уже отнесли к стране третьего мира. Я думаю, нас скоро отнесут они к этому, к следующему миру. Давай на какой-то, да, вот у нас уже... Позитивную лучше ноту. Позитивную ноту. А детство было бурным? Да, ну и сейчас не заканчивается. А, первые 40 лет сложны только, да. Первые 40 лет жизни мальчика очень сложны. А самый яркий момент с детства? Вспомню такое веселый, чудной. Рождение. Ты помнишь, как родился? Не помню, но я думаю, это был самый яркий момент жизни. Ну да, свет увидел. А все остальное ровно было, да? Кстати, да, по одной из, знаете, по одной из версий, почему человек, когда умирает, видит свет в конце туннеля. Что это в психике откладывается архетип его рождения. О. Самый яркий момент жизни человека.
Ага. То есть детские какие-то истории? Не, ну как истории детские, там, сказать, там казаки-разбойники, песочница. Я вам скажу, вообще наше детство, я считаю, еще моего даже поколения, это действительно было настоящее детство. А сейчас, вот, знаете, вообще больно смотреть, вот заходишь в тот же самый Парк Победы. Раньше были накатаны там отца на катанке, зимой все ровный снег. Дети в гаджетах сидят. Да, вот, и я, в принципе, даже вот ВКонтакте иногда шарюсь, а там есть интересные картинки. И вот мне вот понравилась одна картинка, вот так вот, два поля. На одном поле показано, как детки в футбол играют, а на втором поле сидят и играют в футбол на планшетах. К сожалению, вот сейчас у детей детства, ну, на мой взгляд, нету. А у нас детство каждый день был яркий. Где-то там упал, грубо говоря, ударился, где-то с кем-то подрался, где-то там что-то почудили, куда-то залезли на какую-то стройку, еще выход что-то. Выход в данной ситуации? У детей забирать планшеты, гаджеты, либо же, я не знаю... Ну, я думаю, так активно им не навязывать. И я вот, например, замечаю сейчас, вот очень многие родители поступают правильно. Они пытаются отдавать детей куда-то в спортивные секции, проводить с ними время. А многие родители, им вот, им проще дать ребенку гаджет, чтобы он там не сидел, не, ну, не бегал, не баловался, не мешал им. И ребенок сидит там, ну, я не знаю, надо детей от этого всего отрывать. Спортивные секции, вот, прогулки. Ведем детей на спорт. И сами занимаемся спортом. Спортом прежде всего. Ну, вы же видите, как у нас на каждом шагу открывается. Тем более у нас Полтава. Спортивный город. Спортивный город, да. Это правда. Очень много выдающихся спортсменов из Полтавы. Паралимпийцы в этом году дали, конечно, конкретно. Да. Молодцы, гордимся, ребята. Гордимся, кстати, с одним из этих паралимпийцев я учился в школе. Дима Виноградец. Помню его еще по школе. Очень такой интересный человек. Так что гордимся. Ну что, вот такое доброе утро. Значит, еще одно. Я с утра, пока готовился здесь, Игоря ждал Свету, я делал фотографии на тротуарных новинах, вы увидите. Фотографии людей, как они ходят помимо Златомиста. Вот почему-то им хочется всем ходить по проезжей части. Ну да, что там, минуя Златомиста. Потрачены деньги специально для того, чтобы люди ходили безопасно. Одно дело, мы с Игорем обсуждали, одно дело, когда старушка или пожилой мужчина не могут по лестницам лишний раз спуститься. Это единичный случай. А большинство здоровых людей почему-то ходит здесь. Поэтому соблюдаем правила дорожного движения. Всех с добрым утром. Хорошего настроения.